Господин Петров, мы все еще надеемся, что вы согласны дать нам интервью по поводу происшествия с ядерным оружием. Просим перезвонить нам по телефону. 903-843-17. Придурки. Журналисты хреново. Черт побери. Ради бога, оставьте меня в покое. Дорогой мистер Петров, мы очень рады, что вы наконец согласились приехать в Соединенные Штаты Америки. Только тогда все поймут, как близко мы были к гибели всего человечества. Стало известно, например, что параллельно его курсу, одновременно с ним, шел американский военный самолет-разведчик, наблюдавший за его полетом. В том, что акция нарушителя была заранее спланированной провокацией, сомнений не остается. В районе, где совсем неподалеку от нашей границы, размещены американские ракеты. Ноги мне с подушкой. Моя жена ее до глубины души тронул тот факт, что более 10 лет вы не посвящали в эту тайну даже свою жену. Многие считают, что ядерная война – это страшный отголосок прошлого. Но я уверен в том, это мнение коренным образом изменится. Черт бы поджал этих репортеров. Журналисты хреново. Здравствуйте, Карл Петров. Проходите, пожалуйста. Okay, we should come in. He's invited us. Заходите, пожалуйста. Здравствуйте. А, черт. Горячо. It's poignant to see all this. Don't do that. That's my paper. I haven't seen that for years. Look at it. Oh.
chaos here. Чёртова коробка. Oh, his wife is beautiful. Look at her. The glory days. Yeah. Чайку не хотите? Oh, Stanislav, thank you. Thank you. Tell him we were looking how young he looks in some of the pictures. Сколько вам лет было, когда вы в армию пошли? You're 17. So you must have wanted to go into the military. А мне просто-напросто родители с тем, чтобы не иметь со мной никаких хлопот и забот. Вот. И так что они просто-напросто, как бы выразиться, точнее, они просто меня спихнули. Мне не нужна была армия-то. Did you ever indicate that you would like to get out of the army or that you'd like to do я something уже else? Никаким образом с своей семьей не был связан. Ну, каково это было осознавать это? Это было очень плохо. Отрезанным ломтем. То есть у меня не было семьи той, которой я родился и вырос. Когда? Вот и все. Может, хватит об этом говорить? He wants to stop talking about that. Why? Ну, не могу я так сделать. Ну, не могу просто, и все. Я, извините, ну, не знаю, как, что вам сказать еще. He just doesn't want to talk about his family. It's too much for him. That's what he just said? Yeah. Why? Ну, не могу я так сделать. Не надо. Хватит. But let me just ask one more question. How did his mother react to what happened and what has happened since? В интервью не должно быть ни единого слова о моей матери. He doesn't want to talk about his mother. Я не хочу, чтобы это попало в интервью. Surely they must realize, his parents must have realized that. Черт меня подери! Да что с этим парнем-то? Сколько раз я ему говорил? Черт бы вас подрал! Ну, я уже сказал. Несколько раз уже сказал вам. Зернолюга! You're starting to piss him off. What? Черт вас подери! Мы же договаривались, что мы будем говорить только о событиях 83-го года. Я не хочу, чтобы в интервью было хотя бы одно слово о моей матери. Apologize? Достаточно! Пошли вон отсюда! Хватит уже всего! Убирайтесь! Выметайтесь! Забирай свои камеры, микрофоны! Достаточно! Неужели я непонятно сказал? Убирайтесь, свои монахи! Камеры выключайте! Все! Убирайтесь отсюда! Вон! Все! Вали отсюда! Забирай свою камеру! И вали отсюда! Think that you are a hero, that you saved 100 million lives because of what you did that night. Where were you on September 25th, 1983, when the superpowers came within an inch of falling into the nuclear abyss? Baltimore Orioles were on their way to winning the pennant, but who would know that there might not be a World Series that year? That an hour from then, there might not be a world. И почему я только согласился? Черт меня дернул согласиться. I know you don't regard yourself as a hero, Colonel, but belatedly, on behalf of the people in Washington, New York, Philadelphia, Chicago, thank you for being on duty that night.
Станислав Евграфович? Галя? Да, вы меня слышите? Это Галя. Здравствуйте, Галя. А я звоню сказать, что все хорошо. Вот у меня ваш билет и виза, все есть, все в порядке. А кто платит поездку? Если обманут, я не поеду. Да никто вас не обманет. Они вам заплатят сначала половину и потом половину в конце. Если эти иностранцы меня обманут, да, я никуда не поеду. Да, никто вас не обманет, не волнуйтесь. Если обманут... Хорошо, все будет хорошо. Да. Давайте я вам, может, сумкой помогу? Ничего. Не надо, точно? Нет, нормально. А они точно не обманут? Да бросьте, Станислав Егорович, не обманут. Они заплатят. Не верю я им. Который не всегда тоже поддерживает и помогает. А мама тебя сейчас слышит, как ты меня целуешь, да? Да. Понятно. Мама, я целую тебя за кедри. Мама, привет тебе от меня. То есть после этого я обязан на тебя жениться, как я понял. Ну, наш уже разговор заходил насчет свадьбы. Ты мне за свадебный подарок подарил. Ну, завтра. хорошо. Я тебе еще какой-нибудь сейчас свадебный подарок подарю. Так, еще привет. Я же тебе не рассказал. Да покажу я вам баню. Да подожди ты про свою баню. Я тебя спрашиваю. Ты читал про этот южнокорейский? Да читал я, читал. Ну, раз читал, ну так расскажи. Ну, а теперь со мной поговори. Ты что, действительно считаешь, что из-за этого может... начаться новая мировая война. Да, эти уроды уже две атомных бомбы сбросили. Где гарантия, что они такую же не сбросят и на нас? Да, эти гребаные американцы думают, что им все можно, что им все сойдет с рук. Вот, Люсенька, если бы мне сказали разбомбить американцев, я бы сразу ответил, так точно, как нефиг делать. Извините, товарищ полковник, наболело. Больше не повторится. Полетят бамбулечки, бамбулечки полетят. Come on, he's not my dad. I'm his interpreter. His interpreter? Is that a new word for that now? Why, Lord, girl? And you see that place there? Look over there. Uh-huh. With them lights? Yeah. That's the UN. Uh-huh. Станислав Грач, вот как раз вот это вот здание мы сейчас проезжаем, это ООН. Да, вот это большое с огнями. О, красивое здание, как корабль. He's giving a speech there tomorrow. For real? Yep. A speech? Да. What a bomba class. Я ему только что сказала водителю, что вы там завтра речь даете. Вон. Какую говорить? Речь? Ну, у вас будет речь? Какую речь? Мне же сказали, что я буду только выступать, отвечать на вопрос. Вон, завтра речь, да. Нет, там не то, что прям какая-то большая речь. Это как сказать. Понимать-то? Что за речь-то? Откуда она взялась-то, эта речь? Они, естественно, ожидают, что вы будете там. А что они от меня ожидают еще, эти ослы? Что они еще могут от меня ожидать, кроме этой одной речи? Как понимать-то вот это вот? Ну, это ничего особенного, просто маленькая речь. Ну, я же ведь не какой-то прожженный политик, который треплется в любое время суток. Я просто человек. Для меня речь это событие. Да еще в таком заведении. Как это можно понять-то? Бараны куски. Тебя что, обидел? Слушай, я не знаю, как это терпеть. Он все время на меня орет, как будто я ничтожество какое-то. Еще две недели это терпеть. Я не знаю, как я выживу. Блядь, пиздец. Слушай, да дай ты ему в эту старую рожу, блядь, чтобы он успокоился. Да, но я не могу дать ему в рожу, понимаешь? Потому что я с ним работаю, я переводчик. Слушай, ну мне так жаль тебя на самом деле. Это жесть, я сойду с ума в этой поездке. Я ненавижу этого старого пердуна.
Слушай, мне на самом деле так жаль тебя. Ну а что мне делать? Черт побери, что я здесь делаю? Черт, я подрал. Если бы они мне не заплатили, я бы мигом уехал, как пить дать. Thank you very much. Apologize for the crowd being not what it was supposed to be. We still have 25 people out there that somehow didn't pick up their passes. Big mix-up. Happens all the time here, I'm told. I'd like to give a little background, though, on the event today. Back in September 26, 1983, Stanislav Petrov, then Lieutenant Colonel Stanislav Petrov, was the command officer of Russia's main nuclear command post. Добрый вечер. Зашла. Петров! Рад, что ты еще не уснул. Да. Были какие-нибудь изменения? Нет. Система работала как положено. Все нормально, все хорошо. Дежурство прошло без проблем. Отлично. Значит, дальше действуем по инструкции. Скоро отдохнешь? Так точно. Боевому расчету сдать дежурство. Есть. Боевой расчет главному оперативному контролю сдать дежурство. Главному оператору наземного комплекса сдать дежурство. Главный канал сдать дежурство. Ну, 44-й дежурство сдал. Оператору по управлению космическим аппаратом сдать дежурство. Есть. 44-й дежурство принял. Здравия желаю. Здравия. Все в норме? Да, все в порядке. Команде заступить на боевое дежурство. Боевой расчет принять дежурство. Центральный канал принять дежурство. Тара по управлению космическим аппаратом дежурство принял. Какой канал сейчас лучше всего передает? Также. Боевой расчет дежурство принял. 32-й дежурство принял. Ведем наблюдение из двух сателлитов. Вас понял. Боевое дежурство проходит штатно. Вас понял. I'm not a hero. I was just in the right place at the right time. I was just in the right place at the right time. It was one of the most dramatic acts of the Cold War. And one that needs to be known to people all over the world. So, Mr. Petrov, it's my great pleasure to present this award to you. Уважаемые дамы и господа, dear ladies and gentlemen. Мне очень приятно и радостно встретиться с вами в такой аудитории. Одно только меня смущает очень. Это то, что когда меня называют там, что я что-то совершил, что-то героическое. Трудность заключалась в том, что я не был на 100% уверен в правильности своего решения. У меня были большие-большие сомнения. Это было безумно трудное решение. Ну, как видите, мы все живы-здоровы, и мы с вами сидим здесь и улыбаемся друг другу. I'm not a hero. I was just at the right place at the right time. At the right place at the right time. Ведь мир никогда не был так близок к катастрофе, как именно в этом 83-м году.
достаточно было одной малейшей искры, и мир бы просто взорвался на кусочки. Вот почему мы все должны помнить. Но те ядерные арсеналы, которые существуют, и с той, и с другой стороны, пока не существуют, так опасность ядерной войны исключать нельзя. By U.S. estimates, Iran is 1 to 5 years away from having a nuclear weapons capability. North Korea says it successfully carried out yet another underground nuclear attack. Вы можете себе представить, чтобы ядерное оружие попало в чужие руки? Особенно, если оно попадет в руки террористов. Ведь тогда количество жертв будет не тысячи, оно будет исчисляться миллионами. Ну, вы думаете, так будет? Да, конечно, будет. Это рано или поздно будет. Это только вопрос времени, что на этот город может быть сброшено ядерное оружие. Это только вопрос времени. Себе. Слушай, я тебе каждый вечер звоню, а ты все не перезваниваешь. Да, мы были очень заняты с полковником, потому что мы принимали звезд. You are a hero. Сейчас, дождите все-таки. Петров, what a privilege to meet you, sir. The man who saved the world. Good to see you indeed. Вот вчера с Дэймоном, например, он ему полчаса жал руку и говорил, а кто этот молодой человек, его как зовут? Мэтт Дэймон? А, нет, не знаю такого. Мэтт Дэймон? Вот это да. Мэтт Дэймон. Мэтт. Мэтт Дэймон. Yes, exactly. Мэтт Дэймон. Exactly. Very nice to meet you. Это очень известный актер. Кто? Ну, сделайте хотя бы вид, что вы его знаете. It's a great honor. А ты случайно не влюбилась? В кого? В Дэймона? Да нет, в старикашку. У вас там что, роман? Ну, это не смешно. Да я прикалываюсь. Ну, потому что, да, старый, да, агрессивный, но этот человек спас мир. Да, парадокс какой-то. Да. Какой-то старик из какого-то Фрязино спас планету от Третьей мировой войны. Да. Вот так. Верно, безумие какое-то получается. Что здесь смешного? Станислав Юграмович, вы вцепились ему в руку и не отпускали просто. Черт так побери. Смешно. Откуда мне было знать? Ни хрена себе. Он с тем же успехом мог оказаться помощником Де Ниро. А может, его сыном. Откуда мне было знать? Маленький, тщедушный мальчонка. Смотрите, какой малыш чудесный. Бежит на маленьких ножках. Какая красивая семья. У вас, конечно, очень впечатляющая вчера была речь. Да? Да. Действительно так, да? Ну, я, например, не знала, что такая существовала опасность в 83-м году. Да. Мы никогда не были так близки к войне. Трудно было время.
Очень трудно. Никогда наши отношения в Соединенных Штатах не достигали такого накала. Угу. Да, вспомнил название, как Рейган нас обозвал, а это его фраза «Империя зла». «Империя зла». Да, было такое. Угу. Наше правительство четко понимало, что американцы готовы нанести ядерный удар. Так или иначе, они уже два раза сбросили такие бомбы на Хиросиму, Нагасаки. I would rather see my little girls die now than have them grow up under communism and one day die no longer believing in God. Они вторглись в Гренаду, чтобы остановить распространение коммунизма. Let there be no misunderstanding. We are going to begin to act, beginning today. Требуя напряженной борьбы против империалистических яств. Когда на Западе активизировались наиболее воинственные группировки, чья классовая ненависть к социализму берет верх над чувством реальности, а подчас и просто. Мы воевали с капитализмом по всему миру. В Афганистане, Южной Америке, на Ближнем Востоке. Мы уже были в состоянии войны, только вели ее скрытно. В распоряжении обеих сторон был такой арсенал оружия, что мы могли уничтожить мир тысячу раз. Первого сентября корейский авиалайнер вторгся в воздушную границу Советского Союза. Это уже все было. This calculated attack on a civilian airliner has shocked the world. Fellow Americans, I'm coming before you tonight about the Korean Airline massacre, the attack by the Soviet Union against 269 innocent men, women, and children. This crime against humanity must never be forgotten. Какой-то просто был безумный мир. Можешь себе представить? Ситуации хуже не бывает. Один неверный шаг. И начнется настоящий ад. Ужас настоящий. Привести ВП-2 в боевую готовность в космическом аппарате номер 5. Сейчас в рабочей зоне два наших аппарата. Один ведет наблюдение за западной ракетной базой США, другой чуть южнее Москвы. Хорошо, продолжайте работу. Итак, до утра, ребятки, потихоньку, помаленьку, поехали. Представляешь? Иду вчера мимо аналитического отдела, слышу гогот. Думаю, что такое? Подхожу, смотрю, вижу картину. Баба-механик полезла в копировальный аппарат и застряла. Только ноги и задница торчат. Вокруг стоит 5 мудаков, никто не вытаскивает. Говорят, не можем, вид слишком замечательный. Космическая система выдала сигнал. Пошла ракета, повторяю, пошла баллистическая ракета. Военная база. Это западное побережье США. Военная база. Время старта 00:15:03. Черт. Всем немедленно занять свои рабочие места. Слушать меня и выполнять мои команды. Здесь. Повторяю, время старта 00:15:03. Уровень достоверности. Уровень достоверности максимальный. Проверить функционирование боевых программ. Проверить функционирование космического аппарата. Результаты проверки немедленно докладывать. Николай, свяжись с группой анализа. Докладывай только мне. Они должны прибыть сюда немедленно. Есть. И проверь функционирование всех боевых программ. Внимание алгоритмистам.
Всем немедленно вернуться в вычислительный центр и проверить функционирование всех боевых программ. Результаты докладывать немедленно. Сколько спутников контролирует эту базу? Проверить быстро функционирование всех боевых систем. Компьютерную распечатку мне быстро. Понял. Работаем. Черт, разве можно увидеть Стар в таких условиях? Пусть визуальное наблюдение сообщит, видят ли они стартующую ракету. Мне необходимо подтверждение визуального канала. Есть. На СВЧ. Удаление. Комплекса. Кто у нас? Наземный комплекс. Кто у нас? Как наш АСУ? Быстро туда! Проверите 10-й отдел! Система обнаружила ракетный старт. Можете это увидеть на своих мониторах. Подтвердить или опровергнуть? Все в норме. 11-й. Посмотрите, 12-й РЛС проверьте. Девочки, 12-ю линию дайте. Так, ну давай, давай, давай. Какой статус бортовой? Какой статус бортовой системы? Понял. Что слышно от алгоритмистов? Все еще жду ответа. Во-первых, визуальному каналу. Почему не слышу ваше сообщение о выпущенной ракете? Объекта не вижу. Повторить. Объекта не вижу. Повторите. Но это не значит, что его там нет. Товарищ подполковник, очень сложные условия наблюдения, понимаете? Восток США уже вошел в дневное время, а в западном побережье еще ночь. А эта база американского выпуска находится прямо на линии терминатора. Я ничего не могу рассмотреть. И сказать, что ее там нет, не можешь? Нет, товарищ подполковник. Сказать, что она там, я не могу. Твою мать! Усилить наблюдение на визуальном канале. Есть! Дополнительные силы на визуальный канал. 101-й, 109-му. Мне необходимо это подтверждение. Есть. Параметры. У нас все системы в норме. Секунду. Все работает. Последний отчет. Все совпадает. Второй процессор без сбоев. Ну что там у тебя? Да ничего, это модель. Я ничего не могу не рассмотреть. Давайте работаем, работаем, работаем. Есть. Проверь приборов. Четвертая частота, все в норме. Визуальный канал не подтвердил эту информацию. Я по-прежнему жду подтверждения визуального канала. Товарищ подполковник, главный штаб уже знает об атаке. Ждут только вашего подтверждения. Работаем штатно. Повторяю, работаем штатно. Третий, чисто. Четвертый. Четвертый, все чисто. Иваныч, у тебя есть что-нибудь? Чисто. Работаем штатно. Отклонений нет. Мы все в норме. Я его докладываю. Визуальный канал 101-му. Какое у вас сообщение? Условия наблюдения по-прежнему очень сложные. Мы не можем подтвердить запуск ракеты, но и отрицать его тоже не можем. Мы не можем определить, произведен запуск или нет. Ошибок бортовой системы не выявлено. Все в норме. Понял. Боевые программы обработки специнформации работают штатно. Я понимаю, что наши наземные силы не видят их. Но все наши боевые программы по специнформации работают штатно. И подтверждают запуск ракетной системы. Понял. Все замеры сделаны нашими инфракрасными приборами. Все подтверждает. Ракетный старт. Понял. Продолжайте работать. Товарищ подполковник. Визуальные каналы — вспомогательные средства. Компьютер показывает максимальную достоверность ракетного запуска. Мы должны действовать по инструкции. Мы не успеем ответить. Ты должен принять решение. Товарищ полковник, докладывает Петров. Доложите статус. Я выдаю вам ложную информацию. Вы что, заявляете, что это ложная тревога? Так точно. Тревога ложная. Ракеты нет.
Вы стопроцентно уверены в своем решении? Да, товарищ полковник, я абсолютно уверен. Ложная тревога. Я понял. Принято. Продолжайте работать. Есть. Пошла вторая ракета! Повторяю, пошла вторая ракета! Время запуска 00:17:35. Уровень достоверности! Уровень достоверности максимальный! Да что же это происходит-то, а? Слушай, Костнер хочет встречаться с полковником. Не может быть. А я решила, что он давно умер. Кто? Кто? Кто-кто? Костнер, кто еще? Разве он не утонул, когда снимался в одном месте? Нет, он не утонул, он стал нашим гуру. Да ладно. А может быть, он хочет его еще в губы поцеловать? Не, не хочет. Ну как ты, телохранитель? Костнер – это реально гуру для полковника. Просто святой. Так, ракетная база должна находиться прямо по дороге к Костнеру. Ну да, Луизиана, она ведь через дорогу от Дакоты. Да, пару трамвайных остановок, как 3000 километров с гаком. Ни хрена себе. Мы просто потеряемся в этой стране. Которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за дальним солнцем вслед. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит песенку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша. You'll be talking about something great, but you don't really know what you're saying. I guess that goes without to say. You don't really know what you're saying. Кевин Костнер, ты будешь. Гвард. Гард. Такой молоденький. Да. Совсем. Это мой самый любимый актер. Ну что, Станислав Петрович, are you ready to die? This is my disguise. 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 You don't look like a bodyguard. How do you? I look. How do I look? Костнер не подражаем. Он великий актер. That's 44. Серьезная рука. Left thumb over the right thumb. Line up your sight. Pull the trigger. You can do it. It's fun. There you go. Lock. Straight up. There you go. Did you just see that? I like that one. He shot him right in the face. Rock and roll. Вы что, снайпер, что ли? Как тот и Хэри. Снайпер просто, Станислав. Nice job, man. First shot. Outstanding. Outstanding job. Вы что, Иствуд, что ли? This is the only place in the world where you can see a former Minuteman II missile in its once operational state. Это единственное место во всем мире, Let's где go have a look. Пойдемте посмотрим. Mr. Petrov. Солнышко.
This looks pretty terrible. Mm-hmm. We have about 500 Minuteman threes out there today. У них приблизительно... The Minuteman is America's first hair trigger launch response as far as intercontinental ballistic missiles go. Ух ты! Yeah. Oh, yeah. Yeah, it's pretty amazing. Настоящее. Yeah. Красивая-то какая. Oh, yeah. Как женщина в талии вообще. Now, if the missile ever had been launched, here's what would have taken place. Through the help of an explosive gas discharge, this 90-ton door, which once covered the silo, would be blown to the south over 400 feet. The missile would come out of there a second or two later and soon be rocketing at speeds of over 15,000 miles an hour. The missile would be headed to a target half a world away, maximum range about 8,500 kilometers. A warhead with 1.2 megatons of destructive power. I often get questions from visitors here. How does that compare to the atomic bombs dropped upon Hiroshima and Nagasaki? I say it is beyond those comparisons. A better comparison is compare it to every bomb exploded in the 6 years of World War II. If you combine all the explosive power used during the 6 years of World War II, you get 60% on one Minuteman missile. Безумие полное. Не знаю. 150 of these across western South Dakota, 1,000 across the upper Great Plains during the Cold War. But if the Minuteman ever had been launched, it was stated American military policy during the Cold War to launch it only in response to a Soviet nuclear first strike. And if a nuclear detonation had occurred in this area, it would have rearranged the... А что вы скажете на то, что мы делали? Мы то же самое делали. Мы создавали ядерное оружие не для нападения на вас. Мы его создавали для собственной обороны. И это вам должно быть ясно и понятно. Мы тоже создавали ядерное оружие только для защиты. Это мы защищались. Мы свое ядерное оружие создавали для обороны только. И никаких нападений и мыслей не было у нас. И это вам должно быть ясно и понятно. Where did you get this idea from? That the Soviet Union would attack you first and destroy your whole country? That was the way of thinking of the Cold War. Какого черта? Спокойно. Пора полностью забыть про холодную войну. I don't know if we have. At least our government. К черту политиков. К черту политиков. В обоих правительствах имеются ястребы, которые только и хотят, чтобы разгорелся какой-то конфликт. Что наши народы не хотят видеть друг друга врагами. Мы хотим жить мирно и не бояться, что этот мир может быть в одно мгновение разрушен. Галина, переведите, пожалуйста. He just said, only stupid politicians want war. Russian people also dreamt of peace. Yeah, I agree with that. So y'all also fought for us in the same way that we fought for you. Tell Mr. Petrov I'm very glad he could come out. Он очень рад, что вы смогли сюда приехать. Thank you. Спасибо. Ask him if he ever believes the day will come when atomic bombs will be used in a war again. А вы верите в то, что еще раз будет использовано, что ядерное оружие будет использовано по назначению еще? Думаю, что да. I think so, yes. Это абсурд. Прошлое нас ничему не научило. Мы по-прежнему стоим по разные стороны баррикад.
тишина. Да. Какая красота. Вы могли бы представить себе, что это все в один миг исчезло? Да. Одно неверное решение, и все превращается в пыль. Пошла вторая ракета! Повторяю, пошла вторая ракета! Время запуска 0.17.35! Уровень достоверности! Встретите, догрейте, быстро! Товарищи, седьмая линия! Я получил сообщение о второй ракете! Вы меня слышите, товарищ полковник? Я сообщаю вам о второй цели! Повторяю, пошла вторая ракета! Я сообщаю вам о второй цели! Свяжись с главным инженером системы и начальником политотдела. Проинформируй их об этом. С начальником штаба я свяжусь сам. Но еще на день рождения собирался к кому-то. Он обязан знать, что у него происходит на объекте. Мы получили сигнал о запуске двух баллистических ракет. Как поняли, прием. Есть! Алло, товарищ полковник, докладывает Петров. Ты знаешь, который час? Что? Алло! Чё ты мне такое? Извините, если разбудил вас, но... Всё, короче, утром мне звони, понял? Всё, пьяный мудак! Чёрт! Всё! Алло, товарищ полковник, докладывает Петров. Я тебе сказал, не звони мне сюда! Компьютер показывает максимальную достоверность ракетного запуска. Первая ракета была обнаружена 00-15-03, вторая 00-17-35. Чего? А чего у вас там? А? 103-й, 101-й. Пошла третья ракета, повторяю, пошла третья ракета. Время запуска 00-18-06. Петров, слышишь меня, не? Уровень достоверности. Максимальный. Уровень достоверности подтверждаю. Ты работай, Петров. Ты выясни, короче, чё там? Подбой. Выясни, товарищ полковник. Что ж такое-то, а? У нас третья пошла! Да что ж там происходит-то? Сигналы продолжают поступать. Сигналы продолжают поступать. Пошла четвертая. Повторяю, пошла четвертая ракета. Время обнаружения 00-19-32. Мы засекли приближение пятой ракеты. У нас сбоев нет. Ракеты приближаются. Выдается информация о 5 приближающихся ракетах. Повторяю. Выдается информация о 5 приближающихся ракетах. О 5 приближающихся ракетах. Да что ж там происходит? Время обнаружения 00-20-18. Здесь у них ночь, и там у них день. Я ничего не могу рассмотреть. Давай смотри, они должны быть там. Я представляю себе, как стартуют баллистические ракеты, как они набирают скорость. Thank you.
Да что же это происходит-то, а? Сколько же их еще может быть? Стоит мне подтвердить эту атаку, погибнет много людей. Мы живем на земле, не будем. Все наши войска будут привезены в полную боевую готовность. Баллистические ракеты с 11 тысяч боеголовок. Что там по сравнению Хиросимы и Нагасаки? Детские игрушки. Мало не покажется. В генеральном штабе они уже готовность находятся. Им только нажать кнопочки, и все остается. Я отлично понимаю, что никто меня не поправит. Никто не отважится. Они просто-напросто согласятся со мной. Потому что согласиться гораздо легче. Я несу за всю ответственность. Сколько у нас осталось времени? Минут 8. Ближайшую боеголовку мы сможем запеленговать через 8 минут. Выжарные! Это удаление у нас. Быстро! Рота кого-то! Что это такое? Все подтверждает ракетный старт. Да. Так точно, товарищ майор. На 100% уверен. Все принял, работайте дальше. Алгоритмисты проверили функционирование всех боевых программ. Все работает штатно, все работает отлично. Я слышал. А как насчет дежурной группы анализа? Они не успеют, они не смогут приехать вовремя. Ладно, хорошо. Только без паники. Какое мне дело? Видят их визуальные наши силы или нет? Нам летят 5 ракет. Ну давай, давай. Нужно визуальное подтверждение. Покажи, что у тебя там. Нам нужно визуальное подтверждение. Нельзя больше ждать, мы теряем время. Первая боеголовка появится в зоне наблюдения второго эшелона через 7 минут. Мы не успеем ответить, ты должен принять решение. Но видишь ее? Где? Вон там, там, видишь? Неужели это она? Нет, это не похоже на тепловое излучение ракеты. Черт. Ладно, смотрим дальше. Компьютер не может ошибиться. Ничего не понимаю. Я ничего не понимаю. Черт возьми, они должны... Подтвердить эту гребаную атаку! Вас понял. Инфракрасные приборы подтверждают тепловое излучение всех 5 стартовавших ракет. Вас понял. И что мы будем делать? Ничего. Я не верю компьютеру. Ждать. Ждать подтверждения радаров. Первая боеголовка появится в зоне наблюдения второго эшелона через 6 минут. Боевой расчет, внимание! Нам необходимо обслуживать и другие наши спутники. Космический аппарат должен быть обслужен. Всем немедленно занять свои рабочие места! Слушать меня и выполнять мои команды! Вас понял. Осталось меньше 5 минут. Работаем, работаем. А что, если я ошибаюсь? Погибнут миллионы людей. 4 минуты 30 секунд. Может быть, стоит изменить решение и действовать по протоколу? Трудные мысли были. Повторяю, 4 минуты. Очень трудно. Первая боеголовка появится в зоне наблюдения второго эшелона через 3 минуты 30 секунд. Черт меня подери. Я могу это сделать. Я категорически не хотел стать виновником Третьей мировой войны. Если нападут
на мою страну, пусть этот грех ляжет на мою душу. И все тут. Но я не буду менять решение. Если Третья мировая война началась, это мясорубка была бы. Повторяю, через 2 минуты. Солдат в Советском Союзе и не поверил системе. Да. Первая боеголовка появится через 1 минуту 30 секунд. В течение 15 минут. Они появятся на экранах радаров. И через какое-то время они будут взорвутся над головами наших людей. До появления первой боеголовки 1 минута. Работаем, товарищи, работаем! 7-я система. 4-я. 30 секунд. Первая боеголовка появится в зоне наблюдения 2-го эшелона через 30 секунд. Миллионы людей были на волосок от гибели. 25. И никто из них даже не подозревал. 20 секунд. Я не мог отрешиться от этой мысли. 14 секунд. Мне очень трудно так понять даже, понять, что погибнет такое количество людей. 3, 2, 1. Время для подтверждения истекло. Радары не подтвердили ракетный запуск. Повторяю. Радары не подтвердили ракетный запуск. Визуальный канал 109-му. Ребята, я надеюсь, вы там еще живы? Пронесло. Черт возьми, мое решение оказалось единственным правильным. За трубочку беру микрофоны боевому расчету, объявляя благодарность. Такая радость. Кого ты второй раз на свет родился-то? Ребята, сегодня наша страна будет спать спокойно. Большое вам спасибо. Вы проделали огромную работу. Трахнули американцев! Командир, ура! Вот и все. Может, такая судьба просто? Может быть. Все-таки я так и не понимаю, что там случилось? Мы пытались, отчаянно пытались выяснить причины сбоя, но так и не нашли причину. Очевидно, это космос пошутил над нами. Поздравляю, товарищ подполковник. Поздравления от всех наших девочек. Думаю, вы войдете в историю. А вам надо будет грудь накачать, чтобы... А ты не обращай внимания. Они завидуют все. Они завидуют. Мои сослуживцы подходят. Ну, Станислав, сверли дырочку для ордена там, на своем кителе.
Здравия желаю. Здравия желаю. Ждет. Войдите. Товарищ генерал, разрешите? В записях боевого журнала есть пропуски. Почему? Почему? Мне надо было выбирать, либо вести записи, либо руководить боевым расчетом. Я понимаю, но почему потом не заполнил? Потом это была бы дописка в боевой документ. Это предусмотрено... Ну и что? Это уголовное преступление, которое преследуется но по закону. Ты же участвовал в разработке этой системы! Лично! Или нет? Или нет? Сука. Поверить трудно. Он стер меня в порошок. Такой мелочи, как журнал, который я не имел возможности, даже забавно отлично это понимал. И не стыдно этому генералу было. Я стеснялся на него смотреть просто. Настолько мне было жалко его. Высокопоставленные подонки. Они вечно находят того, кого надо завалить. И этим козлом отпущения стал именно я. Значит, вы поэтому ушли из армии, да? Нет. Состояние здоровья моей супруги ухудшалось. Постепенно она вообще не могла себя обслуживать. Это было на прошлой неделе. Где Стасик? Я здесь. Я здесь, любимая. Я делала все, чтобы облегчить ее состояние, но больше я ничего не могу сделать. Не надо. Я хочу только одно, чтобы она выздоровела. Да, мы все хотим, но рак очень прогрессирует. Мужайтесь. Теперь все в руках Господа. Может быть, можно хоть что-нибудь сделать? Врачи ее бросили, они ее списали. Должен меня отпустить.
простите. Я не могу больше лазить. Ты же знаешь, что я не смогу это сделать. Ты не сдавайся. Хорошо. Мы можем это побороть. Я знаю, мы можем. Что я буду без тебя делать? Я пропаду. Буду маяться. Ходить за головой. Рая? 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 Я похоронен. Я остался один. Оглушающе один. Это жуткая вещь. Испытание одиночества. А вы кого-нибудь потом так любили еще? Нет. Я больше не был. Я не пытался установить что-то. Память не позволяла это. Твою мать. Переживала жутко тогда. Моя семья фактически распалась. И что, вам так никто и не помог? Нет, я остался один. А мама? Она приехала на следующий день после похорон. И она уехала. Вы шутите? Я не шучу. Как это возможно вообще? Она же ваша мама.
что она там смолодушничала, или что она там, почему, что она имела в виду, я не знаю. Нихрена ты не понимаешь! И после этого вы вообще ни разу не виделись? Нет. Она же знает, что вы спасли мир. Нет, не говорил. Моя семья ничего об этом не знает. И что, вы ей так до сих пор ничего не рассказали? А зачем? Моя мать никогда не была, особенно так сказать, не изливала на меня знаки своего внимания или нежности. Она так суровая женщина, без сентиментов. Мой брат был гораздо младше меня, и мама больше занималась им. Понятно. Просто столько прошло времени уже. Может быть, если бы вы к ней приехали домой... Да хватит! Хватит уже на эту тему. Я не желаю продолжать разговор на эту тему. Хватит. Угу, понятно, все, я не хотела. Не будем про это говорить. Твою мать. Вы в порядке, Станислав Игоревич? Или вам все еще не верится? Нет, не верится. Такой большой, великий человек, артист с мировым именем, хочет со мной встретиться. Кто я такой? Я же простой, смертный человек. Costner's trailer right here. Mm. Отделал-то как интерьер. Mm-hmm. Hello! Здравствуйте. How are you? Хорошо. Welcome. Спасибо. Yes. He's just a little shy. Okay. Я даже не мог надеяться на встречу с вами. I had no hope that I would be able to come and personally meet with you. That's what he says. I was surprised that you would want to come meet me. Ну, тут нечего удивляться. Я сам являюсь почитателем вашего таланта. Что-то нечто из ряда вон выходящее, как-то отличается особо. What you do is very different from what other people do. Поэтому вы у нас очень здоровы, хорошо известны. Well, it's easy in my country to be famous for the wrong thing. Sometimes we're famous for our popularity, and it's kind of hollow. Ну, без слова. Right. Well, here, sit down. Садитесь, пожалуйста. Да, Галь. Может, передать ему это? Давайте, конечно, книжку сейчас, хорошо? Хорошо. Давайте, давайте. Мистер Костнер. Вы аккуратно, ой, только не упадите. Вот уже, вот этот презент. He tried to send this present to your house. У меня появилась такая возможность. Я сначала руками развел просто, ну что? I wondered why it didn't get to you. Не берут. Такие люди, как вы, таких нельзя посылать. A person who works for you explained to me that I shouldn't have sent anything to your house because it's... Right. What does Makba mean? It's not Mokba, it's... Moscow. My Moscow. Right. It's Moscow, capital of Russia. Oh, I see. Okay.
I want one question. Еще один последний вопрос. When people estimate the damage that would have been done had this not been stopped, how many people do they talk about on both sides? Potential being lost. Когда говорят о том, что если бы все-таки произошла ядерная война, то какое обычно количество людей в качестве убитых оговаривают? Но наши аналитики утверждают, что после первой ядерной атаки погибнет половина населения Соединенных Штатов Америки. Убитыми, ранеными, покалеченными. After the first strike, half of the population of the United States would be killed. Будут разрушены все системы связи. All the communication, all the roads, everything. Будут уничтожены. Destroyed. So we're talking 200 million people. Yes, on the first strike. Советский Союз понесет примерно такие же потери. Same in the USSR. Предполагается наличие второго удара. Соединенные Штаты неизбежно нанесут ответный ядерный удар. В воздух поднимутся тысячи ракет. Thousands of nuclear missiles screaming through space. Возникнет на планете Земля сплошной хаос. Это приведет к массовым разрушениям. Лучи Солнца не смогут пробиться к поверхности Земли пеплом и землей. Вначале, после первых ударов, это будет миллиард населения. Земли сразу несколько позже просто исчезнет. Everybody would be dead and... И наша планета Земля превратится в сплошную пустыню. There wouldn't be a planet Earth in the way we have it today. Nothing would be left except for desert. Наша планета никогда больше не будет прежней. Никогда. Никогда. Anybody who would like to be over here for a moment? We got a special event here. Сейчас тут всех соберут для вас, походу, делать. Идите сюда. Идите, вставайте рядышком. I have a special guest. I'm lucky enough to get to play heroes. You know, I've often said I get to play people smarter than me, braver than myself. And oftentimes what we're portraying are men like Stanislav, who stands before you right now. He's a man among men, and I think that we're all linked together. We're all connected to his decision in some way.
Осторожнее. Да. So, please join us. This is all we have to offer. Except just maybe a here-here. Here-here. Turn around, Davey. We pay a little bit of tribute to some guy who didn't listen to the noise. He listened to his heart. And that seemed, it was good. You're now the king of the world. So he gets to decide. How do we fix all this? How do we make it safe? And tell him to remember, he's king of the world, so he should talk like a king. Oh. Yes. Ты что, Бас? Remember, talk like a king. Над этим вопросом царю мира нужно было бы долго думать. If I were the Tsar of the world, yes. I would have take long, long time to think about the answer. Мы просто обязаны забыть о прошлом. Right. В атмосфере взаимного недоверия и застарелой вражды. I'm sick and tired of all this old hatred. Какого черта наши страны не ладят друг с другом? Это же бессмысленно. Наши тысячи ракет с обоих сторон нацелены друг на друга, находятся в полной боевой готовности. Это же полнейший бред. Во всемирной ядерной войне никто не выиграет. Никто. Никто. Right. Мы должны научиться жить вместе, как братья. Или исчезнуть, как динозавры. So we better learn to live together as brothers or perish as dinosaurs. Yeah. I understand. It's just choices we make, you know. Да. Чтобы уничтожить врага, нужно сделать его своим другом. Это сделать его своим другом. Станислав Кровч, а в чем проблема? О мире начали говорить вы, а не я. Идите вы к черту! А не надо на меня орать, да? Я отказываюсь на эту тему вообще разговаривать. Это мое личное дело. И не лезьте ко мне в мою душу. Я имею право на секреты. А что такого, что я спрашиваю вас про маму? Это что в этом такое? Это мое личное дело. Вы не имеете права лезть в мою личную жизнь. И так не нужно со мной разговаривать. Вы говорите спокойно про мир, про войну, да? И при этом у вас есть мать, которую вы не видели сколько лет? Это мое личное дело! Не говорите, я просто не очень понимаю. Вы Костнеру говорите, что страны должны друг друга простить, забыть. Вы не можете простить свою собственную мать. Это не обсуждается! Иди к черту! Не говорите, в один прекрасный день ее не станет. Ни слова больше! Я категорически отказываюсь говорить о моей семье! Это мое личное дело! Убирайся отсюда! Достала мне эта ваша камера! Да чтоб тебя, дура! Okay.
виду на внутреннем рынке. При мировых ценах, которые превышают $40 за баррель, российские нефтяники стремятся работать на экспорт. Его коллегами по театру стали Михаил Ульянов, Юлия Борисова, Василий Лановой, Юрий Яковлев, Людмила Максакова, вместе с которыми Шарлевич Фафи Грач, вы говорить будете? Я правда очень занята, поэтому вы скажите, зачем вы звоните. А что случилось? У вас все хорошо? Да не так уж хорошо. Даже больше, чем хуже. А что плохо? Ну, у меня позавчера брат скончался. Да не очень хорошо. А как мать? Для нее это, наверное, полная катастрофа. Это давно, в общем-то, не видел. И как, что с ней, я не знаю. Вы что, ей не позвонили? Станислав Егорович, пожалуйста, у вас только что умер брат. Вам обязательно надо узнать, как мама. Подожди, ей нужен сын. И извините, что вы хотите от меня? Обратно не вернешь. Бред какой-то. Вам надо взять и поехать к ней. Ей уже очень много лет. Скоро будет слишком поздно. Да, возможно. Я уверена, что вы ее очень любите. Езжайте к ней прямо сейчас. Сейчас самое время, Станислав Егорович. Это мое личное дело. Езжайте к ней. Сейчас самое время. Это мое личное дело. Оставьте меня в покое. Ладно, я не буду с вами спорить. Мне пора, хорошо? Хорошо. Все, берегите себя, Станислав Егорович. До свидания. Господи, вот упрямая девчонка. Доконают меня эти женщины. Чай вы будете пить? Чай. С удовольствием. Мы
с матерью наговорили друг другу много неприятных слов. Но все это должно, по-моему, остаться в прошлом. Надо жить дальше. Здравствуй, мама. Значит, можно. Милая. Приехал. Зачем? А телеграмму дала тебе ни ответа, ни привета. Сашка умер, каждый день плачу. А я не получал никаких телеграмм, вообще говоря. А как ты деньги выслал? Через узел связи мне передали слух, якобы, что у меня умер брат. И больше ничего не Подожди, было. Что ты телеграмму да не получал, ни Нет. письма не получал? Нет. Так и что, все равно нельзя написать и узнать, как твоя мать живет? Мне что, 20 лет, а не 90 лет мне? Возьми лучше цветы. Не надо мне никаких цветов, не хочу я какой-то жизнь. Мне вот петлю надо на шею вешать. Да посмотри, как я живу. Заперту мертвую, что мать уже забыл свою. Ну что ты? Лет, я люблю цветы, сколько лет я уже их не покупала, не видела. Тогда осторожно, пожалуйста. Мой сыночек, ты мой родненький. Ой, Сашка, Сашка, что ж ты наделал со мной, сынок? Ой, милый, ты мой. Ой, поднимай. Раньше мы были сильными. Но время идет. Ну, то присядь или... Я больше не могу держать зла. Жизнь для этого слишком коротка. Папин лоб, как у папы лоб. Давай, мам, вот эти фотографии рассмотрим. И вот это вот Роберт Де Ниро. Тоже очень большой актер. Это его сын? Нет, это не его сын, это Дэймон. Дэймон. Ой. Никак не могу вспомнить его имя. Да ладно. Кевин Костнер. Это большой человек, это с большой буквы большой человек. Он закатил такую речь.
что завтра все взяло. Вот уж не ожидал. Он мой любимый актер. Назвал меня героем. Горжусь тобой. Хоть один хороший сын. Ой-ой-ой-ой. А я не думал, что я тебя увижу теперь в этой ну, жизни. Ну что там, мама, все, все, все хорошо. Я рад тебе, что все хорошо. Я рядом теперь с тобой. Ну, хорошо, моя дорогая. Родненький мой. Я не делила никого. Давай забудем о прошлом. Это было так давно. I hear you're a big, big hero all over the world, Stanislav. That's very good because men grow cold as girls grow old and we all lose our charms in the end. But no matter what you save me from, Stanislav, you're my favorite one. Heroes are a girl's best friend. Mwah! 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 How is it to walk the world and know that it would not be here almost if it hadn't been for your decision? One day there'll be no wars. Right? One day there'll be no wars and you can come here and we'll go shoot guns all day long. Yeah. Good job, man. Nice to meet you. Just wanted to say thank you. Thank you for thinking with your heart. Kevin Costner sent him a letter? Oh, yeah. So, and why did he send him a letter? Well, he's the man who saved the world, apparently, by acting smart. Hmm, that's cool. Кто-нибудь знает, что с этим делать? Stanislav had a chance to come to this country. He had three wishes. He wanted to see the United Nations. He wanted to meet Robert De Niro, and he wanted to meet me. The best way to destroy an animal is animal. Enemy. I believe every person on the planet should know what happened because every person was affected by your decision.